Семейное право, учебник и практикум для прикладного бакалавриата под научной редакцией доктора юридических наук, председателя судебного состава Верховного суда Людмилы Михайловны Пчелинцевой. Здесь в лаконичной форме рассмотрены все темы, предусмотренные учебными программами по курсу «Семейное право». Теория дана в комплексе с обширной правоприменительной практикой, прежде всего судебной. На базе этой практики составлены условия задач, входящих в методический комплекс издания. Таким образом, данное издание является очень хорошей основой для приобретения знаний и формирования навыков в семейно-правовой сфере.